Согласно данным Национального архива Республики Хакасия, в 1941 году в Хакасской автономной области работало 1999 учителей и преподавателей, а на территории южных районов Красноярского края трудилось 1942 учителя. Все они учили детей, строили свою мирную жизнь. Так бы все могло продолжаться, спокойно идти своим чередом, если бы не... Школа номер 2 была одной из 10 общеобразовательных учреждений, действовавших в Абакане в военный период. По сути дела, в июне 1941 года должен был состояться выпуск учеников 10 класса. Задумайтесь, когда-то они были такими же мальчишками и девчонками, как и вы. Любили синее небо, зеленую траву, любили весну, любили жизнь. И то лето 41-го года они тоже очень хотели любить. Наши встречи в Приморском парке на берегу, Саша, ты помнишь?
тебя лукаво. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Ну, Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан в цвету? Внимание! Говорит Москва!
41-го года вчерашние школьники рвались на фронт, осаждая военкоматы. Волнение в крови, и даже смерть, сдаваясь, отступила перед великим таинством любви. Гремят бои без сна, без передышки, но даже здесь, идя сквозь кровь и ад, влюбляются безусые мальчишки в соседище молоденьких девчат. Я влюблён
Четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Перекрещенко Екатерина Федоровна с 1937 года после окончания краевой школы пионервожатых работала старшей пионервожатой в Абаканской школе номер 10. В июле 41 года Катя закончила медицинские курсы с медсестер и ушла на фронт. 6 раз была ранена медсестра Перекрещенко и каждый раз возвращалась в строй. Спасенных человеческих жизней. 17 января 44 года Катя Перекрещенко вместе с бойцами своей части ушла в разведку, где была тяжело ранена и скончалась от потери крови на руках своих боевых товарищей. Вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей.
спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни моей. Пролетев над поляною и людей увидав с высоты, избрала деревянную, неприметную дудочку ты, чтобы в свежести утренней, посетив человечье жилье, целомудренно бедной заутренней, встретить утро мое. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем сметая дома. Как безумные мельницы машут войны крылами вокруг. Где же ты, Иволга, лесоотшельница? Что ты смолкла, мой друг? Окруженная взрывами над рекой, где чернеет камыш, ты летишь над обрывами, над руинами смерти летишь. Молчаливая страница, ты меня провожаешь на вой, и смертельное облако тянется над твоей головой. За великими реками встанет утро, и в солнечном дне запаленными веками припаду я, убитый, к земле. Крикнув бешеным вороном, весь дрожа, замолчит пулемет. И тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет. И над рощей березовой, над березовой рощей моей, где лавиною розовой льются листья с высоких ветвей, где под каплей божественной холодеет кусочек цветка, встанет утро победы торжественной. На века, на века. Героев былых времен не осталось порой имен.
вокально-хореографическом спектакле «Помним» принимали участие студенты специализации «Эстрадное пение и вокальное искусство» Музыкального колледжа Института искусств Анастасия Белина, Валерия Крыжинакова, Кирилл Загорулько, студенты отделения «Народное художественное творчество» специализации «Хореографическое искусство», ансамбль современного и народного танца «Шейк», руководитель ансамбля и авторы спектакля Анна Тинникова и Дмитрий Протасов. Спасибо, до новых встреч!